Вчера мы совершили
la verdad que ni probó. And the day after tomorrow. Después de завтра. Then we will observe the Annakuta Mahotsava festival. Мы будем праздновать Анакута Махотсава праздник. Today is Diwali. Сегодня Diwali. Once, on the request of the devotees, the Supreme Lord incarnated as Lord Vamandev. Однажды по просьбе полубогов Верховный Господь проявился в ипостаси Господа Вамандева. And he came like a small dwarf boy, Brahmin boy, before the king Bali Maharaj. Он принял облик карлика, мальчика Брахмана, и он подошел к царю Бали. And Bali Maharaj said, "I'll give you whatever you want." Царь сказал: "О Брахман, я готов подарить тебе чем угодно." The boy said, "I just want 3 steps of land." Вамандев сказал: "Я всего лишь прошу вас 3 шажка земли." Bali Maharaj said, "Why are you asking for such a small thing? I can give you a whole country. I can give you so many villages. I can give you 100 Brahmin girls to become your wife. Ask for something substantial." Расстроенный такой незначительной просьбой, царь Бали сказал: "Ну что ж, ты просишь 3 шажка земли, я могу тебе подарить целые деревни, я тебе могу дать много жен, браманов, я могу исполнить любую твою просьбу." He said, a Brahmin has santosh, satisfaction. Whatever he has, he's already satisfied. Otherwise, he's not a Brahmin. Ваман сказал, настоящий Брахман всегда довольствуется тем, что у него уже есть. Он сантош, иначе он не Брахман по факту. And that person who is not satisfied right now with what he has will never be satisfied, even if he has all the sense objects in the whole universe. А тот, кто не удовлетворен прямо сейчас тем, что у него уже есть на данный момент, его никогда не удовлетворишь, потому что даже исполняя любые его материальные желания. Because the state of dissatisfaction is not a product of what you have or you don't have. It's a product of the rajas in your mind, the mode of passion in your mind. Состояние вот этой неудовлетворенности — это не результат того, что у нас есть или чего у нас нет. Это внутреннее состояние, вызванное влиянием раджа-жуны, энергии и страсти. So please, give me every question only 3 steps of land by my own basis. Он был маленьким карликом, он сказал: "Просто дай мне, что я, о чем я тебя прошу, дай мне самому замерить вот эти 3 шажка земли." So Bali Maharaj did the sankalpa. Царь Бали совершил санкалпу. To give 3 paces. Чтобы исполнить просьбу Брахмана, дать ему 3 шажка. Then Lord Vamandev suddenly became huge. И вдруг Вамандев стал разрастаться, стал огромным. And with one step he took half the universe, and with another step he took the other half of the universe. Одним шагом он пересек пол вселенной, а вторым шагом он пересек вторую половину вселенной. He said, "Where will I put my 3rd step?" И спросил царя, куда мне поставить ногу? Bali Maharaj said, "Oh my lord, you can place it on my head." Бали сказал: "О Господь, ты можешь поставить свою ногу мне на голову?" Oh, you have broken your vow, because I've already taken everything in the universe, including your head. Вамандев сказал: "Ты нарушил свою клятву, царь, потому что все уже во вселенной, я покрыл своими 2 шагами, и включая твою голову, ты принадлежишь мне теперь." So if king cannot fulfill his vows, he should be punished. Если царь не может сдержать свое слово, ему следует наказать. So he had Bali Maharaj bound up. Он повелел, что Бали Махараджа связали. In prison. Посадили в тюрьму. And wanted to send him down to the lower planet system, Sutaloka. Хотел отправить его на низкие планеты, Суталлоку. But Bali Maharaj, though he was provoked. Несмотря на то, что вот этим поведением Господь провоцировал Бали Махараджа. He did not respond in an angry way or criticize the Lord for any kind of injustice. Но царь Бали не стал ни жаловаться, ни седовать, ни упрекать Господа в несправедливости и жестокости. Try to be like this. Постарайтесь быть такими, как царь Бали. When some problem, oh Lord, why is this happening to me? Когда возникают проблемы, болезни, не надо тут же обвинять Господа. За что ты там меня послал? Зачем ты со мной так поступаешь? Be like Bali Maharaj. Будьте такими, как Бали Махарадж. Like Brahmaji. Tattayu kampam susumikshamala. Oh my Lord, everything is your mercy. Принимайте все в своей жизни как проявление милости Господа. So when Lord Vamandev saw the brain, the love of Bali Maharaj, that he could not be provoked at all. И когда
Вамандев увидел, насколько сильно Бали Махарадж любит его, насколько сильна его према. It is a test. Это была проверка. Krishna does a test to see if the rice is cooked or not. Проверка на то, насколько мы зрелые, смелые. Когда вы проверяете, готов ли лист, его надо проколоть так пальцем, надавить на него. So sometimes Krishna makes some problem, pinches his devotee to see if he is right or not. Иногда Кришна так вот щипает преданного, чтобы проверить, насколько зрела бхакти этого человека. So difficulties are not difficulties, they're opportunities to purchase the heart of Krishna. Трудности, которые возникают в нашей жизни, на самом деле не трудности, а возможность покорить сердце Кришны. Like how Sachinaya Gauri, he banished Gadadhar from his company for just for listening to Balabhacharya's Subhadevi Tika. Как ситуация, когда Сачинандана Гаурахари изгнал Гададхара Пандита всего лишь за то, что тот послушал комментарии Субхадеви Тику, Балабхачари, комментарии на Шримад-Бхагаватам. So it was extreme punishment for nothing. Это была очень радикальная, неадекватная реакция, наказание. Afterwards, Mahaprabhu said to him, I tried to provoke you. И позже Махапрабху признался, он сказал, я просто провоцировал тебя. But you remain peaceful and loving, so you have purchased my heart. Но ты настолько покорно принял это наказание, это своей любовью, смирением, ты пленил мое сердце. Try to see difficulties in this way, then you'll never see any difficulties. Поменяйте ракурс своего восприятия реальности, воспринимайте трудности как не трудности, а проверку, и тогда вы не будете замечать в жизни никаких трудностей. So Lord Balanay was so pleased, he said, oh Bali Maharaj, ask me a benediction. Очень довольный Баландев сказал, о царь Бали, проси у меня чем что хочешь. He said, all right, if it is your desire that I have to live in Sutao, then please give me this benediction that you will become my doorkeeper there. И тогда царь сказал, ну хорошо, Господь, если ты пожелал, чтобы я жил на Сутале, то, пожалуйста, стань стражником у моих ворот там. So it looked as if Lord Valmandev cheated Balimaj, but Balimaj cheated Valmandev, and now he became under his control and today he was living in Sutale. Изначально ситуация складывалась так, что казалось, что Валмандев обманул Бали Махараджа, но завершилось таким образом, что стало очевидно, что Бали Махарадж обхитрил Валмандева, и теперь тому пришлось всегда жить Бали Махараджа. So Supreme Lord agreed. Верховный Господь согласился. And in Sutale, Бали Махарадж and all of his associates were so ecstatic when Lord Valmandev came to live with them, and when he arrived there, they all offered deeds to him, and this was the first Deepavali. И Бали Махарадж, все его спутники ликовали, когда наконец-то Господь прибыл на Сутал, чтобы присоединиться к ним и жить там с ними, то все его приветствовали лампадками, огоньками, и вот это был первый праздник Дивали, праздник огоньков. That was the first Diwali in Satyug. Это был первый праздник Дивали, который произошел в Сатья-югу. Then came Третья-юга. Наступила Третья-юга. In Третья-юга, you know that Sita and Ram were banished to the forest. В это время проходили лилы Господа Рамачандры, и Раме и Сите пришлось отправиться в ссылку в лес. And the evil Rakshasa demon, Ravana, he kidnapped Sita and took her to Lanka. Отвратительный демон Раван, он похитил супругу Рамачандры Ситу и забрал ее с собой в Ланку. So Lord Ram underwent so many difficulties, but in the end, after the battle for Lanka, Ravana was defeated, Sita and Ram were united, and their period of exile was over, and Sita and Ram returned to the city of Ayodhya. Рамачандра преодолел множество трудностей, чтобы разыскать жену и вызволить ее из плена Раваны. Он захватил Ланку, и позже, когда срок их изгнания подошел к концу, вместе Сита и Рама вернулись в Айодию. So all the residents of Ayodhya for 14 years they had been in intense separation from Sita and Ram, and now Sita and Ram were returning. The whole city came out with deeps, and they worshipped them and decorated the city with lamps. This was the second Diwali. И все вот эти 14 лет этого долгого изгнания из Айодхи, все подданные Айодхи, они страдали в разлуке Сита и Рамы. И наконец-то, когда те вернулись, все жители Айодхи приветствовали их лампадками. Вот это было надевали Трета-югу. So then, Двапра-юга. Поступила Двапра-юга. See, Krishna appeared with his associates in Braja. Все Кришна явился со своими спутниками во Враже. So the Braja-vasis, considering themselves to be like ordinary human beings,
beings, observing Deepavali and remembering, celebrating the victory of the Bhakti of Bali Maharaj and the meeting after long separation with Sitaram from the previous yugas. Так как Раджабаси считают себя обычно несмертными, то они празднуют этот праздник Дивали, вспоминая лилы Вамандева и Бали Махараджа, празднуя любовь Бали Махараджа к Вамандеву и также празднуют возвращение Ситы Рамы в Айодхи. So this morning we discussed about the day after Deepavali, under the instructions of Sri Krishna, the Brijabasis made another performance of. They offered a mountain of food to Giriraj over there. Мы слышали сегодня утром о том, как под руководством Кришны Брижабаси подготовились к празднику Анахута Махотсава и провели его Пратипаду. And how Giriraj Govardhan mercifully appeared there and accepted all their offerings and blessings. И как Giriraj Govardhan милостиво явил себя и взору принял все подношения и благословил всех. This morning we discussed how, under Krishna's guidance, the Brijabasis did puja to the Brahmanas, the cows, the calves. Сегодня мы слышали о том, как под руководством Кришны все Брижабаси совершили пуджу брахманам, коровам, телятам. And boys, because they're the paraphernalia of the worshipable cows. И почтили самих пастушков, потому что пастушки это параферналии коров. Then, how all the Brijabasis worship Govardhan by doing parikrama around Govardhan Hill with the kirtan. Beautiful procession. Мы слышали о том, как все Брижабаси обошли Гирирадж Говардхан, пели кирдан. Actually, at that time, Sri Krishna said that if there is any old people who cannot walk so far, they can go by bullock carts, no problem. It's also accepted by Giriraj Govardhan. So if you could not walk yesterday and not to take a vehicle, no harm, it is authorized by Krishna. И Кришна сказал Брижабаси, те из вас, кто слишком пожилые, чтобы идти пешком, садитесь в повозки, потому что Гирирадж Говардхан принимает такое поклонение от вас. Поэтому те из вас, кто вчера не шел пешком, а ехал вокруг Гирирадж Викшат, вы тоже получаете полное благо от этой парикрамы, потому что это авторизовано самим Кришной. Гирирадж настолько милостив, вы все равно получите благо. So I did not tell you that before the program. Я вам этого не говорил до парикрамы. Только сейчас сообщаю об этом. So then, all Brijabasis they camped at the foot of Govardhan, and then the next day they celebrated Bratri Dvitiya. И затем Брижабаси заночевали у подножия Гирираджа Говардхана. На следующий день был день Братри Двитья, праздник братьев. The next day. The sky became black and the wind became icy. В третий лунный день вдруг небосклон почернел, полился жуткий дождь, подул ледяной ветер. That is on the tritium. Это в третьем произошло. So then, as you know, Krishna said, oh, don't be afraid, go and will protect us, come. And then, with bullock carts and the utensils, Brijabasi set off and came to Govardhan. Кришна успокаивал всех, говорит, вы не переживайте, Гирирадж защитит нас. И все сели в повозки, кто как мог, бежали к Гирираджу Говардхану за его покровительство. Кришна под левой рукой поднял пол Говардхана над собой. Каким образом? Раз, два, три. He called everyone. Oh, please come underneath him. Come and take shelter. Кришна зазывал всех Брижабаси спрятаться под покровом холма. Don't think that I am shaking because I cannot hold the hill. I'm shaking seeing you stand outside in the cold. So please come underneath. It's very warm and pleasant. Кришна успокаивал его. Вы не пугайтесь, что я дрожу из-за того, что я слабый, не могу удержать его. На своей руке я дрожу, потому что я сопереживаю вам. Я вижу, как вам холодно, и вы трясетесь от холода. Заходите сюда, тут тепло и сухо и уютно. Brijabasis were a bit fearful to enter under the hill. Balaram was there to encourage them. He's pushing them. Были не уверены, безопасно ли заходить туда. Но Balaram сзади подталкивал всех туда. And they came not because they thought Krishna is our protector, but they came to protect Krishna. И они стали заходить под Гирирадж, потому что они думали, что Кришна защитит нас, а потому что им хотелось защитить Кришну. Some of the boys were saying, "Oh, Krishna, it must be very tiring holding this hill." And they took their sticks and said, "We'll help you. Take a rest." Мальчики сказали, Кришна, ты давно устал уже держать этот холм. Давай мы будем его подпирать своими палками, а ты отдохни.
Мария Ашода was on one side and Рухини Майя on the other. Мама Ашода стояла по одну сторону от Кришны, мама Рухини по другую. Oh, you must be hungry from all this hard work and they were both feeding, putting butter in his mouth. Сынок, ты, наверное, проголодался, да, у тебя покорник. Они запихивали масло и всякую еду в рот, пока он стоял. See, Krishna looks so beautiful. Krishna выглядел настолько красиво. Everyone was entranced by his sweetness. Все были очарованы его сладостью. Now, when the Vrajabasis entered underneath the hill, когда Vrajabasi вошли под холм, they saw that there were beautiful jeweled steps, staircase going down. Они увидели там кристальную лестницу, которая вела вниз. And at the bottom of the staircase was five-star accommodation. И внизу там были пятизвездочные апартаменты. There were so many beautiful rooms. Было много красивых апартаментов там. With hot and cold running water. И была и холодная, и горячая вода. And there was very fragrant breezes blowing. Там был ароматный ветерок. It was like a heaven. Как рай там был. So then the senior Vaishnavas, the senior Vrajabasis, they began to appoint the various Vrajabasis to their rooms according to their status. И затем старшие стали распределять комнаты Vrajabasis в соответствии с их социальным статусом. Like in как в Анандале это происходит. The brahmacharis go in the dormitory. Брахмачари идут в общежитие. Then the senior persons, they get the AC luxury room. Старшим, кто может, идет туда в VIP комнаты, там с кондиционерами, горячей водой. The general servants, they get everyone's accommodation was beautiful, but there were still gradations, and according to their status, they were allotted their apartments. Да, апартаменты у всех были чудесные, но в соответствии с их статусом они немножко разнились по пятизвездам, кому больше звезд. It was a wonderful holiday for them. То есть это был прямо как отпуск для всех. So they made themselves at home. Они все расселились. And the artists were members of the society. They made some musical concerts and all the classes started to watch the musical. И местные там все музыканты стали выступать. Начался концерт, все Vrajabasi собрались на концерт, слушали музыку. Some dancers made a dancing performance. Танцовщики, танцоры, танцовщицы выступали. Some actors did the drama. Krishna was also watching. Актеры тоже написали сценарий, поставили спектакль. Кришна тоже смотрел. There were magicians and jugglers. Там были фокусники, жонглеры. It was just a wonderful holiday and festival for the Vrajabasi. Просто был праздник, отпуск для всех Vrajabasi. So just as when Sri Krishna entered into the western arena of Kamsa at that time, he became the Vishaya, that is the object of rasa, of all the rasas in the hearts of those who were looking at him. So many different persons related to him themselves being situated in a different rasa. So at that time when Sri Krishna was lifting Govardhan Hill, then Sri Krishna himself became the abode of all the five primary and seven secondary rasas at the same time. You see, it's the other way around. In the wrestling arena, he was the object and the people were the ashray. But now the people that Krishna himself becomes the ashray of all 12 rasas. И вы слышали о том, когда Кришна вышел на борцовскую арену Камса Махараджа в Матхури, то он стал объектом пяти главных первичных рас и семи второстепенных для всех присутствующих на этом стадионе. То есть все, кто там был, по-разному испытывали разные чувства к Кришне. Но сейчас сам Кришна стал ашраем, он стал испытывать все вот эти пять главных рас и семь второстепенных по отношению к Vrajabasi и ко всем, кто там находился под Говарданом. So, first of all, Krishna was lifting Govardhan Hill. It was a tremendous feat, but it was completely devoid of pride. So that is Shantaras. То есть Кришна поднял этот холм. Это был героический поступок. Но он не испытывал никакой гордости. Он был полностью миротворенным, таким скромным. Шантарас он испытывал. Outside, the thunder and lightning and rain and hail was falling. And so Krishna was thinking, oh, the elderly persons, they're a bit upset with me because I told them to worship Govardhan instead of Indra, and now Indra wants to kill us all, so they'll be angry with me. So Krishna, towards his guru, Janasinias, he felt dasaras, servitude towards them, and bhayanakras, some fear. Oh, now they're upset with me. За границами Govardhana шел жуткий ураган.
просто лился дождь, град, гремели молнии, гром. И Кришна знал, что старшие Враджаваси, наверное, разгневаны на меня за то, что я их убедил проигнорировать Индра-пуджу, убедил их поклоняться Гирираджа Гавардану. И Кришна испытывал даси расу по отношению к старшим Враджаваси, и баяне, и страх. Some little boys, they were there, and they said, Krishna, will I help you hold up the hill with our sticks? Маленькие мальчики, которые собирали своими палками пол, пытаясь помочь Кришне. So Krishna felt vatsalyaras towards the younger boys, and also hasiras. It was very funny. Вызывали Кришне чувство родительской любви, то, что он был старше, он чувствовал, как их родители. Также они очень смешили его своими усилиями, хасираса. His friends were singing and playing with him, and sometimes giving massage. Его друзья в это время разговаривали с ним, шутили, некоторые массировали его руки. And he was showing off. Look, you see how I can lift this hill. И Кришна показывал, что видите, какой я сильный, как я держу этот огромный пол. With the friends at the same time, he experienced it. Sakiras and Viraras. По отношению к своим друзьям Кришна испытывал дружбу, сакхи-расу и вирья-расу, вот такое рыцарское чувство, мужество. And see Krishna, seeing the young gopis. И видя юных гопи перед собой, they were looking at him with so much love. Которые смотрели на него с такой любовью. Usually they can't look at him in public. Обычно они не смеют смотреть на него в присутствии других. If they're doing some housework and Krishna will come by and they will look at him, but hey, если они находятся в доме своей крови, занимаются работой по дому, Кришна проходит по улице мимо, они посмотрят на него из окошка, своей кровь тут же накричит на них. Ты что смотришь? But now the а сейчас они просто таращатся на него, не отрывая взгляд. И никто остановить их не может, если им кто-то будет укорять, что ты смотришь на Кришну, они скажут, что все на него смотрят, он в центре внимания сейчас. So see, Krishna became the Ashraya of Madhuras in relation to Radhika and the gopis. И глядя на Радику и Гопи, Кришна испытывал романтическое чувство. He was the Ashraya of Rudra-ras, anger towards Indra. Испытывал Рудра-расу, гнев в адрес Индра, думал, я тебя проучу хорошенько в этот раз. Oh, when the Vrijavasis had been outside, they got very wet in the shivering and they came inside. И когда промокшие насквозь Враджабаси, дрожа от холода, забежали наконец-то под Гирираджа Гавардана. And seeing how they become so wet and cold, that when they came in, Krishna was feeling Karuna-ras. Видя насквозь, как им холодно, какой дискомфорт они испытывают, Кришна испытывал сострадание, Карунарасу. And seeing the flashes of lightning, each flash of lightning, it was as if the sun had fallen to earth. И видя яркие вспышки молний, которые выглядели как будто бы каждая вспышка молнии выглядела как будто бы солнце падает на землю. So Krishna's eyes became big and he experienced Adbhutras. И Кришна от удивления просто широко раскрыл глаза. Он испытывал Адбхутрасу. So you can check your notes, there should be 12 Rasas. Пересчитайте все. Вот вот только у вас должно быть уже 12 раз. Bibats. Discuss. Отвращение. Бибатсу мы еще не упомянули. The Vrijavasis had bought some yogurt and things with them, but one pot was nearby and the yogurt had turned. And when Krishna smelled the sour yogurt, and that was Bibats. Vrijavasi на повозках успели привезти молочку туда под пол, но один из кувшинов с йогуртом, там йогурт уже скис. И Кришна улавливает этот аромат скисшего йогурта, так с отвращением кривил ноздри, то испытывает бибат, отвращение. So at the same time, all 12 rasas were present. Все 12 раз присутствовали в сердце Кришны одновременно. Krishna was looking at all the Vrijavasis around him. Кришна смотрел по сторонам на всех Vrijavasis. But his main goal was to look at Shrimati Radhika. Но ему больше всего хотелось смотреть на Шримати Радику только. So he would move his eyes. If Radhika is here, then you look with his eyes. Here, Radhika. Here, Radhika. То есть он постоянно наружу так переводил взор, как hide the fact, because everyone was looking at him, but he just could not stare at Radhika. He had to hide
Гопи могли безнаказанно и незаметно для всех смотреть на Кришну, потому что все смотрели на Кришну. Вот так как Кришна был виден всем, ему приходилось скрывать свой взгляд, который он бросал на Радику, поэтому он смотрел туда-туда-туда-туда-туда на Радику, опять туда-туда-туда на Радику. Все время его взор обязательно возвращался к Радике, но он это тщательно скрывал от всех. But he did not look in her eyes. Он не смотрел ей в глаза. Radhika noticed that my eyes are up here. Радика хотела ему сказать, глаза у меня вот тут наверху. So when Krishna looked at the beauty of the body of Radhika, his hand started to tremble. И когда Кришна заметил красоту контуров тела Радики, его рука задрожала от волнения. Krishna said, oh. Все испугались, потому что пол зашатался. And they began to glorify Krishna. Все стали прославлять Кришну. Oh, Krishna, you are so brave, you are so strong. О, Кришна, ты такой крепкий, ты такой сильный. So then Balaram was laughing. Balaram просто рассмеялся. So Balaram was laughing because he was thinking, oh, they don't know, my brother cannot drop this girl. Он смеялся, потому что он думал, смотри, как все перепугались, когда пол зашатался. Они думают, что он уронит, но он же не может уронить. And Krishna saw Balaram laughing. А Кришна увидел, что Balaram смеется. And he became ashamed. И неправильно растолковал причину смеха Баларама, и Кришна потупил взор от стыда. So, actually, it was not that he was worried that his brother had seen him glancing at Radhika's beauty. То, что Кришна переживал, что брат заметил, что тот, что Кришна с любовью смотрит на Радику. It's generally taken in that way. Обычно интерпретируется это либо вот так. But Srila Rupa Goswami and Srila Vishnu Thakur have explained that this moment is the manifestation of two qualities of Krishna, two of Krishna's 64 qualities, and that is his shyness, lajja, and his gambhirya, profoundness, inscrutability. Но Рупа Госвами, Пада Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, в своих комментариях объясняет, что вот в этот момент в Кришне проявились два из его 64 качества – ладжа и гамбирия, его скромность, смущение и его и глубина его, то есть непроницаемость его. Krishna's heart is so deep, gambhir, that he can hide his feelings from others in such a way even Balaram cannot suspect what he's thinking or feeling. Кришна настолько гамбир, что он настолько глубок его сердце, что он может скрыть свои чувства от кого угодно, даже от Баларама. Никто не поймет, что происходит, какие чувства он испытывает. And because Krishna is a very good character, when he was being praised by his elders, he felt some shyness. Так как Кришна очень хороший характер, хорошие качества, он просто засмущался, когда все стали его хвалить. So the pastimes which were going on beneath the hill for 7 days, they cannot be explained even by Ananta Dev with his unlimited mouth speaking for unlimited time. Вот эти лилы, которые проходили под холмом Говардана в течение 7 дней, они неописуемы, даже Ананта Дев с тысячами своих языков не сможет описать все эти лилы. But we can say all the Brijbasis were having a festival of bliss. Но можно просто подытожить, что там царило блаженство. So, in the meantime, let's go up to Swarga. А сейчас покинем Говардан, отправимся обратно на Сваргу. Indra had an earache from the Govardhan. У Индры болели уши из-за этого шума, который там он услышал, когда проходила на Кута Махотсава. Ашвини Кумары дали ему лекарства. Ашвини Кумары diagnosed his cause of his pain, it was Киртанада. Ашвини Кумары определили, что уши у него болят из-за громкого киртана на земле. So, Indra, out of spite, sent the Sambhata clouds and the wild devotees, wind gods and lightning gods to destroy Braj. И мстительный Индра послал вот эти тучи разрушения, все молнии, гром, на Гирирадж Говардан, ливни, чтобы они разнесли там все в пух и прах. So after some time, Indra called Vidyut Devata, the lightning god, go down to earth and just check that all the Brijbasis are dead. Через некоторое время призвал своего адъютанта Vidyut Devata, молнию, сказал, поди, выведай, там все уже погибли, эти Брадживаси. So as fast as lightning, the lightning went to earth and came back. Быстрый, как молния слетал на землю и тут же мгновенно вернулся к Индре. He said, Devaraj Indra, Devaraj Indra, we have searched, we cannot find any remains of any dead persons at all. Мы докладываем, что никаких останков никого мы не нашли там на земле. So we think that they must have all been burnt to ash by the lightning and then washed away in the rain.
сновидение того, что они были испепелены в прах молниями, и видно их останки, этот пепел разбылся дождем. Indra, he said, go and check again, have another look. Indra сказал, пойди перепроверь, пожалуйста. So then, the lightning devata came down, Lutra, and then came back to him. Молния девата слезал на землю, вернулся обратно. Oh, Devaraja Indra. Devaraja Indra. We regret to inform you. К сожалению. That what to speak of, the bridge bus is being dead. К сожалению, я должен уведомить вас, что что уже говорит о том, что кто-то из Враджабаси умер там. On the contrary, they are very happy and having a great festival. К сожалению, с ними все в порядке, у них там идет праздник. Indra said, how is that possible? Индра возмутился, да как это возможно? He said, it seems they're being protected by Viraj Govardhan. One mountain is protecting them. Молния сказал, кажется, что вот этот Гирирадж Говардан одна гора защищает их собой. He has a mystic power. У него какая-то мистическая сила. What, on the top of Govardhan, even one leaf has not fallen from a tree. На верхушке этого Говардана даже ни один листик не упал с дерева. Not even one head, one ant has a broken leg. И отец Боровей себе не подрывнул лодыжку там. So if that's the condition on the top of the mountain, then what can I say? Kimuta. About the condition under the mountain, everyone is in bliss and celebrating the festival. И если все так хорошо на самом холме, то что уже говорить о полной безопасности всех тех, кто находится под его покровительством, под ним? Indra became furious. Индра рассверепел от ярости. You want to do a job right, you have to do it yourself. Он сказал, не буду больше делегировать ничего. Ты хочешь, чтобы было сделано правильно, надо самому делать. He jumped on his elephant Airavata. Прыгнул на своего слона Airavata. And goaded him with the ambush behind the ears to charge the space. Уколол его этим стрекалом, чтобы вывести слона, и слон понесся. Indra even couldn't wait to come to Earth from space. He was shooting his thunderbolt weapon. Он был так разъярен, ему не терпелось уже даже доехать до Говардана, уже из космоса он стал пулять Ваджрайта. He said, oh, I will break this mountain. The mountains are my enemies. But now it seems that the mountains have risen again. Эти мои лютые враги горы, что сейчас происходит восстание, они снова взлетели. But I will break that Govardhan into thousands of pieces, then he'll fall down and squash all the Vrajavasis. Я сейчас его на осколки раскалю этот Говардан, чтобы он завалил всех этих Враджабасис своими этими осколками. So from space Indra was blasting away. Уже из космоса он там стрелял в Говардан. He sent some Vayudevata, wind demigods, to go and look and see. Послал богов ветра туда разведать, что происходит. They came back to him. Oh Indra, we regret to inform you that everyone is very happy, enjoying the festival. There's no damage at all. Они вернулись и сказали, нам все в полном порядке, мы очень сожалеем, но там никакого вреда мы не нанесли им. Then Indra went into a blind rage. Он тут уже просто озверел тогда Индра. And flying down to the earth on his elephant, he was blasting away with his thunderbolt weapon as strongly as he could. Мчался на Эрате. And he was shooting with all of his mystic power that he became exhausted and he was having a heart attack. Он уже задействовал всю мистическую силу и довел себя уже почти до сердечного приступа. Just at that moment, в это самое мгновение, one messenger arrived there. К нему подъехал один посланник. It was the Yaksha named Shankarchuda. Это был Yaksha Shankarchuda. And servant of Kamsa Maharaj. Слуга Камса Махараджа. He came and he bowed down. Он приблизился к Индре и поклонился ему. And he had a message. Достал письмо. Took out the message. Раскрыл этот сверток. О, Девараж Индра. О, Девараж Индра. I am bringing you this message because I have come from the feet of Kamsa Maharaj, the son of Drumildanov. Я принес. Everyone thinks his son is the son of Drumildanov, a demon. Я пришел с этим посланием от лотосных стоп сына Друмилданова, Камса Махараджа. То есть он не сын Уграсена Махараджа, как все думают, он сын демона Друмилданова. Камса Махараджа is sending this message to you. Мой Махарадж ждет это послание тебе, Индра. Who can tolerate it when a great person
is to disrespect it by insignificant process. Кто же сможет терпеть, когда почитаемая личность лишается уважения незначительных людей? Truly, the insignificant persons who disrespect a great personality like you, Indra, will be destroyed. Непременно те никчемные людишки, которые выражают непочтение к тебе, Индра, встретятся со своей погибелью. So I approve of your actions. Я очень рад, я одобряю твои поступки. Because Kamsamaj always trying to kill Krishna. And now the demigods, who are the enemies of the demons, Kamsamaj, they're helping him. Камса был для себя счастье, сколько раз он пытался извести Кришну, а тут наконец-то деваты, которые его враги по природе, помогают ему в этой миссии. То есть он говорит, я полностью поощряю, поддерживаю ваши начинания, Индра. So now according to the principle of Niti, that the enemy of my enemy is my friend. Теперь в соответствии с принципами политики, то враг моего врага, мой друг. Камса is always at war with the demigods. Now we say, we very much approve of your activities, thank you very much. Камса, который вечно враждовал с деватами, теперь пишет это письмо поощрительной Индре. You, a great personality like you, does not need any jagyas from these insignificant bridge-basses. Такая великая личность, такой девата, как вы, не нуждаетесь в ягьях от этих незначительных бриджа-басси. Don't be concerned about that. I am inviting you to Mathura. Come to Mathura. We'll do a ягья for you. Я приглашаю вас в Мадхуру. Мы вам тут проведем пышную ягью. Yours sincerely, Камса Махарадж. Искренне ваш любящий Камса Махарадж. When Indradev heard this message, he thought, "Oh, what am I doing?" И когда Индра услышал это послание от Камсы, он ужаснулся, он подумал, что же я наделал. Indra is called Surapati, the lord of the demigods, but Surapati means also the leader of the alcoholics. Индра называет Сурапати покровитель девот, но другое значение Сурапати это алкоголик. So Indra thought, "Oh, I became intoxicated with pride, and now I'm receiving fan mail from the demons." Индра подумал, я настолько отмелела в гордыне, то теперь демоны стали моими фанатами и шлют мне письма. With whom I am supposed to make friends, I have made enmity, and with my enemies they are now making friends with me. Что я наделал? Я поссорился со своими друзьями, и теперь уже демоны хотят стать моими новыми союзниками. Then Indra, he was remembering. Тут Индра стал припоминать. Some sadhus were telling some Harikatha. Он вспомнил, что он слушал какую-то лекцию от саду. They said that my younger brother Balandev, sometimes he appears in the cowherd village as a cowherd. Он вспомнил, какие-то саду там рассказывали, что мой младший брат Баландев иногда проявляется в ипостаси пастушка в деревне. I vaguely remember something like that. Вот что-то я такое где-то слышал. And pay attention, don't fall asleep in Harikatha, otherwise you'll make a big mistake. Вот урок вам, не засыпайте во время Харикатхи, иначе вы можете оказаться на месте Индры в такой ситуации. So then Indra realized, oh no. И тут до него дошло. This coward boy, he is a supreme personality. And I just tried to kill him and all of his associates, oh, not again. Какой ужас! Очередной скандал, я снова вляпался. Этот пастушок, это верховная личность Господа, я попытался убить его и всех его спутников. This is the worst one, since he spent 1 year with his thunderbolts trying to cut off the head of Vritrasur, and while he was doing that, Vritrasur was offering prayers, and he realized, oh, no, he's a pure devotee. Он подумал, это еще поплеще в той ситуации с Витрасурой, который целый год оружием отрезал ему голову, пока он молился Господу. Indra had to undergo so many terrible reactions for that. Индре пришлось сильно страдать за тот поступок. So, if Indra will undergo so many terrible reactions for making problems with the Chittaketu Maharaj, then what will happen to him if he tries to kill all the great bhasis Krishna's most intimate associates? Подумал, если так мне досталось от попытки там извести Читракету Махараджа, то что случится со мной за то, что я пытался убить Кришну и всех раджабаси? So then Indradev, he said to that Shankachuda. Он тогда сказал этому Шанкачуде. Oh, now Supreme Lord has appeared in this world, and soon he will kill Kamsa Maharaj and all his associates. This is mine. I'm not accepting the invitation. No, soon that you will be destroyed. Он сказал, ты знаешь что? Вот это ваше приглашение.
Мне не нужно, потому что Верховный Господь уже пришел на землю и скоро он убьет твоего Камса Махараджа. So though Камса Махарадж and Чандрачуда offered the olive branch of peace, but they were rejected. И несмотря на то, что они протянули руку перемирия, Индра, Индра сказал, не надо мне мира с вами. Then, Indra, he called all the clouds. Он тут же стал вызывать свои армии туч. Lightning, thunder, rain gods, now you should desist. Он так сказал, так, дождь, молнии, тучи, ветер, прекращайте. So in Bhagavatam it said, then he told the Gandharvas, Siddhas, Charanas, and all the angels of heaven to go and glorify Krishna and the Vrijavasis. Bhagavatam описывает, что после этого Индра повелел Гандарвам, Сиддхам, там всем Чаранам прославлять Кришну. So though Indra realized his mistake, несмотря на то, что сам Индра осознал свою ошибку, in front of his subordinates, he was still trying to save face. Перед своими подчиненными он пытался все еще как-то сохранить свою честь. He said, "All right, we've been raining since everything for 7 days. Stop now." Он сказал всем своим армам, так вы уже там 7 дней льете дождь, прекратите. This Krishna is actually my younger brother. На самом деле этот Кришна это мой младший брат. And I just wanted to test him. He's passed the test now, so you should go and congratulate him. Я просто хотел сыграть с ним шутку, так его проверял 7 дней. Он с достоинством прошел эту проверку. Теперь идите поздравляйте его. You see, ego is dying hard. Видите, эго уходит последним. It's not such a simple process. Не так просто. Doesn't zombies keep coming back? Анкары. Он как зомби, он все время возрождается. So in Srimad Bhagavatam it says when Krishna was going home from Govardhan Hill with the bridge bus, all the devotees were glorifying and sharing flowers. They'd been sent by Indra. In Srimad Bhagavatam, when Krishna and Pradyumna came from the Padhalma, then all the Acharas and Gandharvas were sprinkling flowers on Krishna, praising him. What did Indra do? Indra just went back to Indraloka. Sam Indra went back home. He was completely depressed. His nilai became nirai. Он чувствовал себя полностью разбитым. Нилай стал нирай. In Sanskrit, L and R are interchangeable. На санскрите R и L взаимозаменимы. Indra nilai. Hare Krishna. So it's so Indra's abode, Indra nilai. Though it's his palace, is the topmost place in heaven. It became Indra nirai, like a hell for him. То есть Нилай, самый роскошный дворец, стал не раем для Индры. Не рай это ад. Не рай. He was not interested in his beautiful wife Sachi or any dancing performance by Apsaras. He just went into his room and shut the door. Ему было так то, что он уже не хотел там ни на жену смотреть, ни этих танцовщиц. Он зашел в спальню, захлопнул за собой дверь. So Indra, one name of Indra is Kaushik. Одно из имен Индры это Каушик. But Каушик also means an owl. Но Каушик также значит сова. So even though Indra has 1,000 eyes, but he was blind. Несмотря на то, что у него 1,000 глаз, он был полностью слеп. And just as when an owl, it's dark when the owl is out, but when the owl goes in his hole, then the sun rises. So when Indra went in his in the nirai, then the sun came out and the weather became beautiful. То есть, что получается, сова активна ночью, когда темно, когда восходит солнце, она прячется в свое дупло. И вот как только Индра забрался там в свое дупло, в свою спальню, то есть прекратился вот этот ураган, зашло солнце. So when the bridge bus is beneath the hill, saw that the weather had become beautiful, then Krishna told them, oh, everyone come out from beneath the hill. Когда бриджбасы заметили, что шторм прекратился, все на улице тихо и мирно, и вышло солнце, Кришна повелел всем выходить из-под Говардхана. So they all came out. Все стали выходить. And then just like Sri Krishna lifted the hill in a way which was quite achintya. И тем же непостижимым образом, в котором Кришна поднял холм над собой. Though everyone was watching him, they couldn't understand how it was that he put it down and came out. Когда он поднимался, на него смотрели, но никто не понял, как он поднял. И сейчас снова он перед
взором всех положил его на место, и никто не понял, как это произошло. Отчинтия. And when Sri Krishna came out from beneath the hill, когда Кришна наконец-то вышел сам из-под холма, then all the Brijvasis surrounded him. He was the hero. He had saved this. Все бросились к своему герою, потому что Кришна, они чувствовали себя обязанными жизнями его, он спас их всех. So Shukadeva Goswami says, Tam prema vedan nibrita vrjotaso yatasami yu parambana divihi gopyastha sasneham apujya namada digdrikshita naviru yu sadashishaha. Shukadeva Goswami говорит следующие слова. This is the inner meaning of this. Тут кроется истинный смысл тенью. Tam prema vedan. Tam prema vedan. You know what vegan means? Vegan. Vajo vegan. Manasakoda vegan. Udrapasta vegan. Veg means urge, urges. Very powerful urges. Veg это импульсы такие, желания сильные. So here, tam prema vedan. Nibrita prajokaso. When Krishna came out from under the hill, all the Brijvasis surrounded him and they experienced the, not Vajraveg or Krodaveg, Premaveg. Когда Кришна вышел из-под холма, все испытали Вайчавега или Кродавег, а Премавег, то есть такой порыв любви к нему. There was a very rapid intensification of prema among all Brijvasis for Sri Krishna. Просто произошел всплеск любви в сердцах Кришны. Otherwise, Rasalila cannot take place. Unless Krishna does such heroic deeds, which are causing the Brajagopis praying to go up and up and up, then this Rasalila cannot take place. So this governor leader was essential, precursor for the Rasalila. И вот эта Говардан Лила сыграла очень важную роль. Это было необходимо для того, чтобы Расалила могла произойти позже. Потому что вот эти геройские, мужественные поступки Кришна вызывают прилив любви в сердцах Гопи. Там прейдавейнан нибрито бриджокасо. Ятха самию парарамбанадиби. Then самию means they all approached Krishna, ятха, and they received him according to their relationship with him. Все окружили Кришну и стали общаться с ним в соответствии со своими отношениями с ним. So those in Vatsaliras, like Yashoda, Mahini, Nanda Maharaj, they came and they embraced him. То есть Яшода, Рахини, Нанда Махарадж подошли, обняли Кришну. And they were with tears in their eyes, they were saying, oh, what you have been through? Со слезами на глазах они говорили, что же ты вытерпел, дроненький? Are you injured? Ты в порядке? Тебе что-то болит? Do you feel any pain? Тебе что-то повреждено? And they were massaging his arm. Они проверяли его руки, массировали, ладошки ему массировали. They were cracking his fingers of the hand that was lifting the hill. Дергали за пальцы, там вытягивали, щелкали ему пальцами, чтобы там размять все на левой руке, которую он держал. Кришна сказал, мама, нет, я в порядке, ничего не болит. Yes, you're not feeling pain now, but what about in the future? Это сейчас ничего не болит, Кришна, в будущем что будет? If you are young and you lift very heavy weights, then later you'll have a back pain. В юности многие повреждают себе спинные диски, там, надрываясь, поднимая тяжести. So they were feeling such a pain of, that is called sneha-kathara. They were tormented by their own affection for him. Они испытывали боль от своей любви, снега-катара, то есть они настолько сильно его любили, поэтому они переживали за него настолько, что сами испытывали боль. And the older person, Sadashishaha, means still putting their hand on his head and blessing him, oh, Chiranjeevi Baba. Пожилые Брадивасик поклали ладони ему на голову, благословляли ему на долгую жизнь. May you always be happy and healthy. Будь всегда счастлив и здоров. And the friends who were laughing with him. Друзья хохотали. And the younger boys were coming and bowing down at his feet and then massaging his feet. Маленькие мальчики подходили, массировали его ноги. So all different persons according to their status were really engaged with him at the same time. Все в соответствии со своим статусом в обществе и в контексте своих отношений с Кришной подходили, общались с ним. Дадрикшитадбир. Дадрикшитадбир ю садашиша. Means that the wives of the brahmanas were coming with the rice, unhusked rice, and with sindoor and other things and putting on his head and giving him blessings. Жены брахманов подходили, брали щепотку риса
и взяли риса, смешанного с куркумой, и клали ему на лоб, на голову, благословляли его. So, remembering this very ecstatic moment, Srila Shukadeva Goswami has said. И видя в трансе вот эту экстатическую сцену, Шукадева Госвами говорит. Яшода, Рогини, Нандо, Рамасча, Балинаварха, Кришнам Алинга, Джуджухур, Ашиша, Смеяпатара. He's telling the names of the first bridge buses to embrace Krishna in according to the Taratamya, the gradations of their Vatsalya grade. So Shukadeva Swami is saying first Yashoda. The most blood. Yashoda, then? Rohini. Not Nanda, Rohini. Yashoda, Rohini, Nando, then Nanda. Then Ramascha, Balina, Bharat. Then Balaram. Then Balaram. And he's mentioned here, Balina, Bharat, means the best of the strong. Balina, Bharat, лучший среди сильных. The implication is that Balaram Prabhu is empowered with the Jnana Shakti and Kriya Shakti. И тут следующий смысл. Баларам Прабху уполномочен Бала Шакти, Jnana Shakti. He has knowledge that his brother is Supreme Lord and he's powerful and he cannot drop the halo under any inconvenience. Баларам знает, что Кришна Верховный Господь, что он полностью силен, что он не сможет уронить пол. But Krishna Malinga Yuruhu, the Ashishasa Nayakata, even Balaram embraced him and blessed his brother and was feeling the pain out of affection for him. So if here the meaning is this. In this very tender moment, if Balaram Prabhu, who is empowered by Jnana Shakti, and knew that Krishna was in no danger, was feeling so much sympathy for him. Affection, then what to speak of Nanda Maharaj, Rohini? No one can describe what Yashoda Maya was thinking at that moment. Так переживает за Кришну и выражает такую сильную любовь, то что уже говорить о чувствах Нанды, Брахини и особенно мамы Яшоды, которые не ведают о том, что Кришна всемогущий Господь. Для них это обычный маленький ребенок. So this is Prem Vega Lila. The Govardhan Lila is the Lila that makes this very forceful acceleration and expansion of everyone's brain. И вот Говардхан Лила является Према Вега Лилой, то есть это всплеск любви. Now, listen very carefully. Слушайте внимательно. We're going to rewind. Мы сейчас быстро вернемся обратно к началу лилы. And here, this pastime, again, from the beginning, but only through the eyes of Prabhupada. Перемотаем обратно к началу этой лилы, и сейчас переслушаем эту же самую лилу, но только с ракурса восприятия Брадхи-гопи. Because actually hearing Harikatha means to hear, being absorbed in your own sambandha jnana. Потому что истинное слушание Харикатхи подразумевает слушать Харикатху с ракурса своей сампанды гьяны. So first of all, on Deepavali, in the night time when all the houses were decorated with lamps, Radharani and the gopis decorated themselves beautifully and in the middle of the night went up onto their roofs and Krishna went on his roof underground and had a very beautiful darshan of Braj gopis. This is the meaning of Deepavali. Праздник огоньков Дипавали, той самой ночью в Дипавали, когда все продевались украсили окошки и крыши домов лампадками, все в гопи они нарядно нарядились и взобрались на крыши своих домов. И Кришна забрался на крышу своего дома и смотрели друг на друга. На следующий день гопи предвкушали праздник Анакута Махотсава, зная, что это даст предоставит им возможность видеть Кришну. Govardhan Hill, Shailosmi, I am this mountain. Everyone was staring at this huge form. At that time, Krishna and Braj Gopis couldn't glance at each other freely because everyone was looking at this big form. И тогда внимание всех Браджабаси
было обращено на эту огромную форму Нираджа Гавардана, Шайласми, то в этот момент Кришна и Гопи воспользовались этим мгновением и переглядывались друг с другом, пока все вроде бы смотрели на Гавардана. Ради этого Кришна и создал все. Чтобы отвлечь внимание всех Враджаваси, Кришна и создал вот эту огромную проекцию, огромную форму. So then, after Giriraj disappeared, после того, как Гирирадж исчез, the Brahmins did yajna and Krishna was sitting at the front, but the gopis were in the back, they could not see him. But they could only hear swaha, swaha, and they offered their hearts to Krishna in the fire of separation. И когда вот потом Брахманы проводили яги, Кришна следил с родителями впереди, а гопи сидели позади, за многими людьми, они не видели Кришну оттуда, они просто слышали «Сваха! Сваха!» И они предлагали свои сердца в эту ягу разлуки с Кришной. Then, when it was time to worship the cows, each gopi took a little calf, and on the pretext of not knowing what to do, came to Krishna with a calf and said, Krishna, how do I pooja to this? Когда наступило время поклоняться коровам, каждая гопи притворилась такой несведущей, каждая гопи нашла себе по теленку, и они по очереди подходили к Кришне и спрашивали, а как правильно поклоняться теленку Кришна? Покажи мне, пожалуйста. And then, when the adults, they worship the cowherd boys by making yellow handprints in Haldi on their back, then all the gopis had the chance to come and touch Krishna. Когда все стали, старшие стали оставлять отпечатки, трогать тело пастушков, этими халди, ну, гурпумой, то гопи тоже встали в очередь и тоже подошли, оставили свои отпечатки на теле Кришны. So then it was time for the parikrama. Наступило время парикрамы. So Krishna was at the front of the parikrama, and then you have the brahmanas and the elders and then the ladies and the gopis, so gopis were far back. То есть Кришна шел впереди за коровами, а потом шли там брахманы, старшие, потом старшие мужчины, старшие женщины, гопи шли в конце почти. What was Krishna doing at that time? Что Кришна делал все время? He was doing the palm twirling. So Krishna was at the front of the parikrama and he was throwing his stick into the air, dancing and catching it. Why? Because he knew Radharani was far back and she would be watching his stick. Oh, my Krishna's there. And when the stick was spinning down, then her tears were coming. Знал, что Радика идет там сзади, ей хочется увидеть его. Он давал ей знак все время, я тут. И каждый раз, когда палка взмывала вверх, сердце Радики подпрыгивало от радости, что это мой Кришна. Потом палка падала вниз, и слезы просто ручьями лились у нее из глаз. Sometimes Krishna used to turn one cow around and pull its tail and make it run in the opposite direction of the parikrama. Это так Кришна дорожно разворачивал корову сам, щипал ее там за хвост или как-нибудь, чтобы выводить ее бежать в противоположном направлении сквозь толпу парикрамы. То есть сам ее щипал, а потом притворялся, что он гонится догнать ее. Through the brahmanas. Он бежал сквозь толпу. Hey, come back, come back. В обратном направлении. Остановись, остановись, корова. Если корова слушалась его и останавливалась, он ее опять подпихивал, там под палку и щипал, и она бежала дальше. So the cow was galloping through the brahmanas and through Nanda Maharaj and the men and then through Yashoda and the ladies and coming through the park where the gopis were. Он пытался так сделать, чтобы она побежала до гопи. И постепенно это ему удавалось, она подбегала мимо пастухов, старших пастушек. Just so that Krishna, when he was going through the crowd of gopis, he could brush his body against the body of Radharani. Shot him with angry glance. Krishna хотел просто задеть своим телом тело Радики, пробегая мимо нее, и Радика бросила на него гневный взор, выстрелила из него. And being shot by Radhika's glance of disapproval, read, approval, then Krishna became stunned in ecstasy. И простреленный вот этим в кавычках неодобрительным взглядом Радики, Кришна просто замер от удовольствия на месте. So then when the program was over, then all Vrijavasis get camped there at the place of the yajna. In the middle and they were camped around in circles, gopis on the outside. Then in the middle of the night Krishna could not sleep and he sat up and looked and saw the gopis could not sleep and they were all up and they were looking at each other. While everyone was asleep. Кришна не мог заснуть, посреди ночи он привстал в центре этих кругов, и гопи тоже привстали в своем круге и смотрели друг на друга в темноте. Next day was Ratri Dvitiya. На следующий день был праздник братьев.
radical than to take passage to Jamuna. Krishna went to another part of the Jamuna just downstream, so Krishna could be touched by the water that had washed his mouth. Радика прошла купаться в Jamuna, купалась вверху по течению. Кришна прошел на место, которое было внизу по течению, от того места, где купалась Радика, чтобы ему дать вода, которая попала ее тело. Then the next day, the sky became See, Krishna lifted Govardhan, and all bridge buses came under. Now, Radhika and the gopis, they wanted to live with Krishna, but fate had made it that they could not live with him, they had to live with another gopi, married to someone else. But now, by great fortune, they had the experience of what it's like to live together in the same house with their beloved Krishna. So, in an indirect way, this desire was fulfilled. Now Radhika could dream the beauty of Krishna day and night for 7 days, freely. At that time, Radharani criticized Vidanta with the Brahma. Oh, finally, you arrange this opportunity that I can look freely at my beloved. But this is so typical. What is he doing? Holding up a mountain. When the rain stopped and Krishna asked everyone to come out from under the hill, the gopis, though they were more touched than anyone else, they were the first ones to leave. They ran as fast as possible because they thought, the sooner we come out, the sooner our beloved can put down here. Когда закончился дождь, Кришна попросил Радхи выходить из Бхагавана, но первыми выбежали на улицу, несмотря на то, что их любовь и привязанность к Кришне гораздо сильнее всех остальных. Из-за того, что они думали, чем скорее мы выйдем, тем скорее вас можно положить этот кол. And then they were waiting outside for him. И они ждали его там, снаружи. And then when Krishna came out from under the hill, they could not decide or understand whether he'd come out from their heart or out from under the hill. Когда он вышел из-под холма, они не понимали, он вышел из их сердец, Then Radhika was weeping, and the tears were falling like rain on the mountain of Avalokitesvara. Radhika рыдала, и слезы лились как капли дождя на холмы ее груди. It was as if she were requesting something. Как будто бы она выпрашивала что-то у Кришны. When the rain of Indra fell under mountain Giriraj Govardhan, then Krishna, you saved us by the touch of your lotus hand. So now the rain of my tears is falling on the mountain of my breast. When will you become Giridhari? When will you save me from this separation? Tomorrow we will continue. Be ready tomorrow morning. And we'll continue to explain the internal meaning of the Govardhan. Govardhan. Govardhan is here on the altar. They also, so please come for your arti. And then they were waiting outside for him. And then when Krishna came out from under the hill, they could not decide or understand whether he had come out from their heart or out from under the hill. Then Radhika was weeping and the tears were falling like rain on the mountain of her breast. Radhika рыдала, и слезы лились как капли дождя на холмы ее груди. It was as if she were requesting something. Как будто бы она выпрашивала что-то у Кришны. When the rain of Indra fell under mountain Giriraj Govardhan, then Krishna, you saved us by the touch of your lotus hand. So now the rain of my tears.
когда дождь Индры лился на пол Каварна, ты спас нас всех, подняв этот холм своей лотосной рукой. Теперь дождь моих слез льется на пол моей груди. Когда же ты станешь Нирудхари? Когда ты спасешь меня из окончательной разлуки, Кришна? So, tomorrow we'll continue. Be ready tomorrow morning. And we'll continue to explain the internal meaning of Govardhan. Govardhan is here on the altar. There also. So please come for Gora Arati. Gora Arati. Govardhan is here on the altar.